Почему вы препятствуете мне? Я не разрешение сделать. Кто вы? Кто вы? Представьтесь. Малов Олег Леонидович. Старший подразделение судебных приставов. Съемка запрещена в здании суда. Фотографировать нельзя? Нельзя. Снимать копии материалов? За разрешение председателя суда. Вы что, какой-то противозаконной деятельностью вы занимаетесь? Противозаконной. Я не занимаюсь. Я со своим делом знакомлюсь. Разрешение есть у вас? У меня есть разрешение. Покажите. Покажите. От председателя суда. Я сам его... Она Конституцией гарантирована. Ничего не гарантировано. И ГПК. Покажите мне документ. Вы, пожалуйста, не толкайте меня. А я вас не толкаю. Вы толкаете и препятствуете мне вести помещение. Покиньте, пожалуйста, помещение. Так, вы препятствуете мне в доступе к правосудию, в Кузьминском суде. Видно, тут вы занимаетесь какой-то противоправной деятельностью. Вас никто не препятствует. Нет препятствий. Только необходимо то, что вам необходимо показать разрешение. Вы незаконно мне вас препятствовали познакомиться с материалами дела, в которые я имею право фотографировать и снимать копию. Решение сначала получите, а потом... У меня и такое разрешение есть. Идите, покажите, да? Покажите. Я вам не обязан ничего показывать. У всех граждан есть право фотографировать их дело. Так, я жалобу подам. Я подам на ваши противоправные. Бога. Вы мне препятствуете? Препятствуете подать жалобу на ваши? Давайте. На ваши действия противоправные. Давайте. Так, вы силой меня выгоняете, воспользовавшись. Вы злоупотребляете своим правом. Да, давай протокол составим. Протокол составим. Хорошо. Вы злоупотребляете своими правом. Против прав граждан. Да я не собираюсь туда. Почему я туда должен уходить? Туда пробить? А мало ли вы там пытать меня будете? Я сейчас не имею физическую силу, имею право. Вы умеете. Вы с чем? Вы воспрепятствуете законной деятельности судебного пристава. Я не препятствую. Вы сошлитесь на закон. Вы удостоверение мне показали свое? Вам показать? Да, да, я хочу с ним ознакомиться. Хорошо. Вот теперь я вам покажу. Вы обязаны были. Видеосъемку выключите, пожалуйста. Я ничего читать вам не буду. Сами читайте. Так, я сейчас буду читать. Ради бога. Я фиксирую, что вы с вашей стороны ведется нарушение. Видеосъемку выключите. Вы не можете мне этому препятствовать. Могу. Нет. Имею право. Не имеете права. Съемку выключить. Здание суда запрещено вести видеосъемку. Только так, я сейчас нахожусь. Суда. Здание сейчас... суда вы находитесь. Во-первых, я имею право знакомиться. С разрешение председателя суда. Вы что, противоправной деятельностью занимаетесь? Разрешение. Это мое гражданское дело. Я имею право с ним знакомиться. Вот фотографировать имеете право. У меня есть такое разрешение. Нет, покажите. А что, я должен с ним мы сходить? Мы голословно вам должны поверить. Так, предъявите свое удостоверение. Я его не видел. Ну, ради бога. Я не ознакомился. Ради бога, я вам предъявил. Ну и что, я с ним и не успел. Нет. У меня нет... Это ваша трудность, что не успел. Я вам представил. ОП-19-847. Да. Лицо оказывается предъявить. Да, я показывал вам удостоверение, и вы сняли это. Я не снял. А у меня снято, что я вам показывал. Ну и что? Я его не видел, я не ознакомился. Вы не ссылаетесь на закон. Вы используете силу. Пока сивилу я еще не применял, хотя имею право уже. Вот, сначала представьтесь. Я представился. Не представить? Я вам представился. Не представившись, я не ознакомился с вашим удостоверением. Я вам его предоставил. Вы действуете незаконно. Незаконно, я действую нормально. Да, нет, незаконно. Садитесь туда. Нет. Кто дает вы такое распоряжение? Требование должно быть закон. Требование должно быть закон. Я представился гражданину. Я не видел вашего удостоверения. А я вам показывал. А я не видел. А я вам показывал. А у меня не было очков. А это ваша трудность, что у вас не было очков. Вы обязаны представиться. Я представился. Дать возможность познакомиться. Я вам представился. Я дал вам возможность ознакомиться. Я не буду ничего читать. Вам надо, вы читайте. Пройдите, пожалуйста, в служебное помещение. Я думаю, что это не государственный служащий. Это бандитское какой-то наезд. Да это вы просто. Бандит какой-то. Походил. Бандит натуральный. Да. Потому что отказывается представиться. Я представился. Отказывается сослаться на закон. Я вам представился.
Вы нарушаете Конституцию. Я вам представился. Нет, не представился. Как госслужащий вы обязаны представить удостоверение, а потом предъявить законные пройдите, требования. Пройдите, пожалуйста, в служебное помещение. Требования должны быть законными. Я вам предлагаю пройти в служебное помещение. Вы отказываетесь? Я нахожусь в служебном помещении. Я не хочу. Вы там будете меня пытать. Да, обязательно. Вот я и боюсь. Пройдите, пожалуйста. Я туда не пойду, вы там будете меня пытать. Вы примете силу, что ли? Вы будете я меня пытать. Я уже 10 раз приглашил вас. Вы не представились. Теперь я могу применить физическую силу. Вы не представились. Вы не представились. Я представился. Вы представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пройдемте, пожалуйста, пройдемте. В связи с чем я туда должен проходить. Для составления административного протокола. В связи с чем? За нарушение правил студента. Кто это определяет? Вы можете обжаловать после составления. Вы не представляете. Мы представляем. Я представился. Никто не представился. Я вам представился. Вы не записали. Ваши требования пройдите, должны пожалуйста быть основаны на законе. Они основаны. На каком законе? На 118-м законе ФЗ о судебных приставах. Ну и что? Вы не выполняете требования. Какие судебного требования? Пристава. Вы не представившегося судебного? Я представился. Нет, вы не представились. Я не видел вашего удостоверения. Я вам предоставил его. Нет, вы не предоставили. У нас-то ведется здесь съемка. Ну и что? Вот. Я его не видел. Я одел очки, а вы спрятали. Я попросил вас озвучить вашу должность и звание. Я озвучил. У меня нет звания. Вы будете там меня пытать. А должность я... Вы будете меня там пытать. Я пойду. Это вы... Пытки! Помогите! Помогите! Ко мне применяют силу и пытки! Люди, которые отказываются представиться! У меня сломана рука! Отнимай телефон! Почему? Он сопротивляется. Незаконные требования. Ваши требования незаконны. Я знакомился с материалами дела. Здесь бандиты какие-то в Кузьминском суде. Помогите! Помогите! Вызовите полицию! Медпомощь! Тихо, ломайте. У меня сломана рука! Садисты! У меня сломана рука! Смотри себе, бля, как человек, ублюдок.